Всем привет! Сегодня выдался такой хороший, замечательный денек, солнечный, неветреный, достаточно жаркий. И мы все-таки долго к этому шли, то есть найти время, найти свободного человека, который поможет нам с одним моментом. В общем, мы решили взвесить два автомобиля. Автомобиль ВАЗ-2114 в заводском исполнении и ВАЗ-2114 наш демо-кар. Все ее многие уже видели. И у многих возникает вопрос, сколько же мы поставили туда дополнительного оборудования, сколько поставили аудиокомпонентов, которые имеют определенный вес и все-таки конечную цифру, сколько все это весит. Значит, что у нас под капотом? Под капотом стоит штатный двигатель объемом 1,5 литра. Аккумулятора под капота нет, и здесь стоит распределительный блок. Две протяжки по 50 квадратов и минусовая шина. Все, под капотом все золотое. Значит, что в дверях? Задние двери. Задние двери вибродемпфированы без обшивок и часть стены. В передних дверях у нас расположены два 20-х басовика Powerbus X-Pro 8, две серединки 4XL65 и пищалка Powerbus X-Pro 4H. Стоит магнитола размером 1-дин Pioneer 570-й бездисковый. Сзади стоят два сабвуфера 18-дюймового калибра Pride S-серии. Порт расположен сверху. Все элементы кузова вибродемпфированы и шумоизолированы. Сзади, значит, что у нас располагается? Сзади стоит басовый моноблок Pride 10K, стоит усилитель на пищалки, усилитель на фронтальную акустику, силовая проводка и 4 емкости Odyssey 2150. Вот, собственно, и все. И мы решили провести эксперимент. Сколько же все это весит? Взяли ВАЗовскую 14-ю, нашу, так скажем, прокачанную, и взяли обычную 14-ю. Давайте смотреть дальше, что же будет. Все ждем с нетерпением. Так, а что это значит? Ну, что значит, что это нуле. Все откалибровано, да? Да, откалибровано. Потом у меня вот он... Все по ГОСТу, да? Все по ГОСТу, все вот тонну. Значит, измерительный прибор у нас на весовом контроле. Да. Все проградуировано. Взвешивать он может до 30 тонн. Погрешность плюс-минус 10 килограмм. 10 килограмм. Ну, нам то и надо. А у него там в багажнике что-то лежало? А? В багажнике что-то лежало. Так, данный автомобиль из доп. Опции оснащен только тонировкой. В задней части диски стоковые. Ванюш, а там что-то в багажнике лежало? Да мы вычислим просто. Там 4 коробки по 12 килограмм. Давай, чтобы честно было. Давай прямо сейчас вытащим. Прямо все поставим. Да. Нужно быть бамбулой, да, чтобы отпрушник не было. Мы на полиноре, блядь. Но они не очень тяжелые, да? 12 килограмм, чтобы все было четко. Ну и там, а там нет ничего. Образец, да. Пустой баллон. Жалко, что нога. Так, мы идем
за измерительными этими, да, показаниями. Директор лицевой. Ну, 908 килограмм. Ну, 12 килограмм мы выгрузили. Ну, да, 900, ну, пойдем смотреть? Сейчас он выйдет, да? Ванька фотографирует, мне не надо своих фотографий. Пойдемте взвесим. Так, мы идем на пункт весового контроля. Полторы. Это полторы уже весит. А точнее, там как вот? Ну, ну тонна 490. Но здесь я говорю, плюс-минус 10 килограмм. Ага, тонна 490. А почему у нас у вас так весит? Почему у нас столько весит? Да. А там... В заднем отсеке там. Да музыка там, ну, ты же знаешь. Стоят, да, аккумуляторами. Она не должна тут весить. Она с таким весом. Она с таким весом и ездит тяжеловато. Не, как Волга. Провели мы взвешивание. В итоге оказалось, что вес нашего автомобиля с установленными аудиокомпонентами, с шумоизоляцией, с проводкой. Без много, без малого полтонны выходит. Это пи***ец просто. Полтонны, 500 килограмм. Двигатель 1,6, вру, 1,5. Возит за собой еще 500 килограмм. Ну что остается сказать? Четырка показала себя. Четырка действительно потяжелела настолько, насколько мы думали. Полтонны, ребят, это вам не шутки. Все отказывайтесь от стока, делайте обшивку, делайте громкий фронт, хороший посыл, удачи вам!